Какая красота получилась. Сейчас будем пробовать. Нарежем арбузечками, роллами. Внутренняя красота. Сейчас эту внутреннюю красоту мы будем пробовать. Божественно вкусно. Мы с Настей решили приготовить омлет. Мешаем яйца. Я натру на терке сыр. И натру на терке ветчину. Ну что, намешала? Хорошо. В разогретую сковородку наливаю подсолнечное масло. И сюда же я вливаю яичную смесь. Вот так вот. Жду, когда она схватится. Ворую начинку. Итак, яичный блин готов. В середине ложим начинку. Положим начинку сейчас. Уберем листья шпината, они мытые. И ложим листья шпината. Любая зелень пойдет. Но у меня оказалось в холодильнике только шпинат. Укрыли шпинатным листом. И мы ее заворачиваем. Вот так, да. Настя сказала вот так. Все, завернули. В разогретую сковородку я ложу свой яичный рулет. На медленном огне накрываю крышкой и буду готовить до готовности. Яичный рулет с ветчиной и сыром готов. Сейчас буду его украшать. У меня, кстати, поспела только одна редиска, значит, будем украшать ее.